Уважаемые читатели моих книг и любители роликов о всяких глупостях, которые мне самому иногда очень нравятся, я хочу сделать своеобразное объявление. Хотя некоторый опыт у меня не всегда удачный, не все, что объявляю, сбывается. Поэтому заранее приношу извинения, но тут дело абсолютно надежное. Ну, я так думаю. Значит, дело в том, что 7-8 сентября состоится выставка «Частные музеи России». И подзаголовок «Самородки России». Оно все будет происходить в парке Сокольники, в павильоне номер 4.1, специально выстроенной к этому делу. То есть это серьезная выставка. Впервые частные музеи, по которым организаторы этого мероприятия проехались по всей России, будут представлены на этой уникальной выставке. Но самое интересное, это же частный музей. Но когда вы пришли в гости, видите у человека некое такое собрание интересности, конечно, есть о чем поговорить. А здесь эти вот частные музеи разрослись до того, что люди показывают те уникальные собрания, на которых у государства ни времени, ни денег, да и внимания особенно не хватает. То есть это бесценная выставка собраний настоящих энтузиастов и патриотов самой большой буквы. Не тех, которые за небольшие деньги скандируют всякие лозунги или бегают с какими-то атрибутами. Нет, это те люди, которые каждый день потихоньку делают свое дело, которое укрепляет патриотизм в этой стране больше, чем любые досужие и, в общем-то, часто фальшивые разговоры. То есть здесь, в данном случае, это мы имеем дело опять с энтузиастом, с Шабуровым, который тот самый, который организовал один из уникальных музеев, частных музеев каллиграфии, который находится в Сокольниках. Он решил расширить свою деятельность и собрал уникальную информацию, создал, собственно говоря, каталог, каталогизировал частные музеи России, которые зачастую намного интереснее официальных. И вот впервые они собираются в Сокольниках, эти люди, которые интересуются нашей историей, и не только нашей, потому что я знаю, есть частные музеи фотографии, например, в Санкт-Петербурге, уникальный музей, всячески советую побывать. Есть много других замечательных музеев, где самые разные вещи собирают, начиная вот от такой росписи, лаковых шкатулок и таких вот игрушек, которые достались нам от наших далеких предков, у которых есть своя прелесть, ничуть не меньше, чем в побрякушках, которые наши туристы мешками покупают в Европе. Ну или того же мрамора, который добрые итальянцы заводят грузовиками каждую ночь в Колизее. Есть кое-что поинтереснее. И есть уникальные совершенно вещи, когда многие западные фирмы, как вот эта чашечка, например, сделанная мастером, феноменальным и расписана вручную, и кончая там более промышленными производствами. Вот это собрание уникальных мастеров, уникальных частных музеев, неповторимых, которые держатся на энтузиазме именно своих создателей, открывается в Сокольниках. Я считаю, что лучший патриотизм в нашей жизни – это поддержать то, что у нас заводится само, а не по приказу. Поэтому я думаю, что вам будет интересно. Именно поэтому я напялил эту шапочку. Вот такую псевдопрофессорскую. Почему? Потому что она скуплена в Суздале как раз у тех мастеров, которые делают всякие игрушки и пичворковские одеяла и покрывала, которые я вам показывал. То есть много будет чего интересного, много будет чего познавательного и уникального. Потому что мне кажется, что лучше повесить на стену пичворковское украшение, какое-нибудь покрывало красивое, чем фальшивого Рубенса, который в западных-то музеях в 50% представляет собой откровенную подделку. Это то же самое, как и коллекционеры фотографий. Лучше настоящая авторская фотография, чем фальшивые Шишкин или Айвазовский. Ну, тут уж, как говорится, каждый должен выбирать сам, потому что выпендриваться, конечно, все хотят
самым оригинальным способом. Вот есть возможность приобщиться к настоящему этническому искусству, которое будет выставлено, еще раз скажу, 7-8 сентября на выставке «Частные музеи России. Самородки России» в парке Сокольники, павильон 4.1. Или на сайте посмотреть «Частные музеи РФ», которые сайт и собрание, все это сделано по инициативе всего-навсего одного человека, кстати говоря, за его собственные деньги, а не за какие фонды, не за какую поддержку, не за какие гранты. Вот что можно сделать с небольшими деньгами, с большим желанием и любовью к Отечеству. Так что призываю вас сходить и посмотреть на то, что могут внутри страны по собственной инициативе сделать в музейном деле частные лица.